14 сентября в областном центре команда «Ордос Журек» вместе с привлеченными специалистами в рамках проекта «Нужные люди» провели тренинг для североказахстанцев с ограниченными возможностями. Слушателями стали порядка 25 человек из села Смирнова, Акаинского района и города Петропавловска. Я считаю, что данное мероприятие вообще оно направлено, как говорится, находится в тренде и направлено в нужное русло, потому что развитие сейчас навыков – это первоочередное, да, то есть те навыки, которые позволяют нам коммуницировать, разговаривать, общаться и доносить свою точку зрения вообще и отстаивать свое мнение. Я считаю, что познакомлюсь с очень интересными людьми, да, то есть возьму для себя что-то новое, потому что учиться – это всегда полезно, это надо, то есть если ты что-то изучил, то это не значит, что этому есть предел. Нужно учиться дальше и находить новое. Леонид является ментором в селе Смирново Акаинского района, а также работает учителем информатики в местной школе-гимназии. Подобное мероприятие он посетил впервые. Организаторы намерены привлечь в проект как можно больше жителей региона. В рамках данного проекта у нас будет проходить профессиональные курсы по таким специальностям, как специалисты маникюра, парикмахерское дело, ремонт техники. То есть мы тоже сейчас набираем группу, чтобы в дальнейшем они могли обучиться и работать у себя дома. То есть это очень важно, чтобы они могли получить какую-то специальность. Проект «Нужные люди» – это шанс развить свои навыки и найти новые возможности для самореализации. Александра Рудина, Вадим Ударисов, МТРК.